Я могу летать и стрелять этим оружием? Да нифига себе, смертоносный. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Тем удачи! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Локдок, Дарк Драгон, Фонтан, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Здорово, инженеры. Сегодня мы играем в Гарри Смот, у нас классный обзор на новый пак роботов, называется Меха. Есть себе пятикушки, приятного аппетита, а у нас классный мод на обзоре. Поехали. Первый у нас робот Атлас. Так, покажи, что он умеет. Он может стрелять, он может прыгать. Очень крутой, классный мод. Это, конечно, текстурка не прям идеальна, но это бетка. Смотрите, мы наставили сколько зомбаков для теста оружия. Ну что, давай, с легенького оружия и до мощного. Покажи, что ты умеешь. О, прикольно, давай помощнее. Колесико мыши. Колесико мыши, да, менять. Ого. Ого, у него ракетницы есть, вы видели? И что еще? Все? Так, и давайте будем проверять, как они уничтожаются. Ой, красиво. Так, ну что, следующий у нас робот. Красная гадюка. Офигенный робот. Я подальше только отлечу. Ого, ракеты у него есть. Но они такие не очень дамажат. Вот оружие, которое оно набери только подольше его. Ого, но жахать. Смотрите, какие прям осколки. Оно может прыгать на пробел? И на shift, кстати, можно бегать здесь с всеми роботами. О, смотрите, так, прям быстро пошел. Смотрите, как взрывается. Мощно. Следующий у нас Прометей, потому что, ребята, очень много здесь этих роботов, поэтому они в один ролик не попадут. Так, где у нас Прометей? Вот. А, он похож на первого робота, да? Но он такой более какой-то... более четче текстурки у него. Он тоже сам какая-то. Гаусс-пушка. О, кстати, прикольно, он отталкивает. Смотрите, как... Нифига себе! Заряжаю тяжелую артиллерию. Давай, я ухожу подальше. Наверное, сейчас на что-то... Давай. На максимум сразу. Хорошо. А я хочу в эпицентр стоять. Ого! Кстати, оно в толпу зомбаков, вот сюда вот. Давай. Давай, прям в серединку. Посмотрим, разлетятся или нет. Ну-ка, сейчас что-то будет эпично. Ух ты! Вот это было прикольно. Тихо-тихо-тихо, уничтожитель. А, кстати, когда мы будем загружать карту, кстати, он будет и уничтожаться, смотрите. Бдыщ. Ох, бдыщ, точно что. Так, у нас следующий робот называется Рагнарёк. Это что-то эпичное, да, пацаны? Это вот. А где? Ой, а что с тобой? Что ты... Он застрял. Нормально, нормально, все-все-все. Залазь назад ему. Жилипу. Так, отлично. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся записать что-то очень интересное. Так, что, глючит, да, робот, или что с ним? Не, перезаспамил. Понял. А ну-ка, прыгать можешь? А ну, нет, прыгать не могу. Гаусс-пушка. А ну-ка, давай, в толпу и только сразу мой. Мощным таким. Только всех не убивай, прям по очереди, все оружие покажи. Ого, они разлетелись, это прям эпично. Это один выстрел был. Тогда вы посмотрели, так, сколько уничтожил? Зомбаков 30. О, а по одному только, да, уничтожает гаусс-пушка? Ой, прям такая, знаете, очередь. Катюша, ты такая, ты ни у кого не убиваешь почему-то. Ты низко, да. Надо ниже чуть стрелять. Во, вот так вот. Ну, такой средний. Среднячок, да? Вот первый это мой. Так, следующий робот. Звездный Алдер. Аддер просто, да? Во, кстати, это должен прыгать. Нет, кстати, пацаны, перед тем, как записывать, проверяли, что некоторые роботы по стенам, да, лазят даже? Да. Пауки, мы сейчас все вам покажем. А ну-ка, постреляй. Ух ты! Блин, это так круто! А ну сюда, жахник, чем-то мощным. Что у тебя еще есть? Не знаю. О, прикольно, это огнемет. Смотрите, они загораются прям. Нормально. И все. Все, да? Да, обычно стрельба. Ой, блин, не по тому попал. Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Так, следующий робот у нас. Эмир. Эмир. Воу, вот это он крутой.
Нифига себе, что у него еще есть? Он не может летать? У него есть автопушка. Да? Вот такая вот. Ого, она рикошетит. Нифига. Классно, кстати, он такой прям заряженный робот. Кстати, ребята, в следующих роликах мы его добавим в коллекцию, эти паки роботов. Но в следующем ролике мы запишем, где мы будем прям жестко воевать. Потому что здесь роботы лазят по стенам и летают. Мы можем прям на Биг Сити жесткую зарубить. Нет, даже в этом ролике попаду. Так, легкие мехи. Так, ну я что, сейчас стойте. Боевая броня. Следующий робот, как ты сказал? Боевая броня. Легкие мехи. Раздел, ребята, пошел. Смотрите, потом идет разное. Средние мехи и тяжелые мехи. Ну, прям жестко. Так, ну что, боевая броня. Это он такой маленький? Да. А ну покажите, он вроде должен летать. У него прям сзади эти штуки есть. Блин. Давайте я его тоже вот прям возьму. Ну что, вот смотреть, а поиспользовать-то хочется. Смотрите, как круто сделано. Так, а на shift? Что он на shift делает? Бег. Бег, да? А ну-ка. Такое, да, оружие фуфлыжное? Ого, у него есть оружие. Неплохо. А я могу летать и стрелять этим оружием? Да нифига себе, смертоносный. Смотрите, ребята, просто летите и жестко стреляете. Бу, это можно теперь войну даже с танками сделать? Видишь, у них еще прочность есть. Да. Это еще хп считает наш. Радиус есть. Но это вообще ни о чем оружие. Знаешь, броня, для чего нужно. Так, ну что, поехали дальше. Потому что у нас впереди очень много классных роботов. Отлично. Следующий. Так, ну что, следующий у нас элементал. Это получается все маленькие, да, будут роботы? Да. Нет, только два. Во, он тоже летает, смотрите. А ну-ка, жахни. Ой, хорошо, кстати, стреляет. Это арбалет. Вот это анархия, понимаю. Ой, хорошо, кстати, смотрите, ваншотит. Ой, это прям вообще жестко. Кстати, быстро наваливает. Так, что еще есть у него? Зарядиться, да? А тут зарядиться можно на нем? Нет. А, все, у меня патроны кончились, представляю. А, не. Заряжается, да, можно заряжаться. Так, ну что, давайте поехали дальше, ребята. Вот он синий. Все есть впереди. Чпоньк. Так, следующий у нас робот. Кугуар. Кстати, очень прикольное название. Это такой, знаете, похожий Звездных Воинов робот. Он должен прыгать, да, или что-то делать? Во, он так эпично летит. Смотрите, как он прям волк сделали разряженный, как в реальной жизни. Расславчики. Притом это бета, представьте, его доделают. Это ж будет сильный мод, совсем сильный. Мы будем такие ролики с ним эпичные записывать. Защита базы. Мы, кстати, новые рубрики попридумаем с ними. А ну-ка, давай, постреляй, да, что? Слабое оружие, да, какое-то у него очень? Ну, такое ж, да, вот, чисто поржать. Такое, знаешь, защита. Ого. Следующего. Хорошо, давайте следующий робот у нас. О, господи, чё. Ну и как вам Кагуар? Ни о чем. Ой-ой-ой, хорош, хорош. Заруба, заруба с роботом. Так, вы что разносите? А мы просто проверяем, на что он способен, этот робот. Смотрите, как классно можно полететь в любой момент. Дима, значит, твой войну выстреляем, да? Блин, прикольно получается. Ладно, давайте по зомбакам постреляем. Красиво. Бум. Хорошо, следующий робот у нас. Хэкмен. Воу, смотрите, что он может. Ничего не может. А, ну такие вот ракеточки есть. Ну все. Понял, дальше. Американская лисица. О, кстати, прикольное название, да, у робота? А ну-ка, что он может? Я что-то заряжаю опять. Ого. А, это та пушка. Хорошо, 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 пацаны, разошлись. Друг друга бачат все. Мини-паук, который по стенам лазит. О, давайте его проверим. Он прям жирно, да, по стене лазит? Давайте испытаем его. О, смотрите. Ого, его колбасит. Ну ничего, я это смог.
Я под карту, Дима. Так, подожди, он должен прыгать? Он не прыгает, кстати. Можешь покажу, где я вылезу, Дим? Жахнем. Ой, хорош, хорош. Паук молодец. Так, пробел, контр. Альт, альт. Ничего не делает? Хорошо. Я знаю, кто мой самый любимый робот здесь, кажись. Погнали дальше, погнали, пацаны. Дракон, иди сюда. Получается, Оунс, да? Да. Так, Оунс, что-то... А, все, все, все. Все. Не мешай, не мешай мне. Я Оунс. Ой, извини. Чуть-чуть попадаю по тебе. Нашел с кем воевать. Я же профессиональный роботист. Я и зомби буду фигачить тебя. Но оружие не очень, если честно. Могли бы получше сделать. Но так как это такое легкий меха, поэтому не вопрос. Чпоньк. Следующий Пума. О, кстати, что такое название странное у Пумы? Не знаю. Может, он быстрый? Давайте проверим. Пури, кстати, смотри, как он быстрый. Да, название... Еще и летает. А если бежать и с разбега, вот когда уже быстро бежишь, полететь. О, кстати, так быстрее летишь. А ну что у него есть за оружие? Я его набираю, кстати, сдалека. Давайте жахну. И чё? Ну, прикольный робот, прикольный. Поехали Ворон. Дальше. А, Ворон. Ворон. Уже кто-то сел моего Ворона. Ну, такой не очень интересно. Хотя и тут есть прям классные роботы. Он такой же, как и первый. Да, 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 да. Так, следующий Оулер. Оулер уже будет поярче, я вижу. Он летает, наверное, да. Красиво попадаю. Ну, у роботов я вижу много жизни очень. Уже догашо, что ему там осталось на чуть-чуть жизни. Вы все думаете, на дурака нарвались, а я псих. Хорошо, хорошо, увлекся. Следующий. Следующий робот Белиал. Это у нас Белиал. Уже получается... Это уже другой сервис. Разная. Даже не разная, средний мехи. Ого, эти уже такие побольше, да, кабаны? Да. Но оружие они не очень. Они могут летать, но они медленнее летают. И у них три оружия, а не два. Следующий робот у нас мото. Так, прикольный робот. Поехали дальше. Шпонс. Ого, что это произошло такое жестокое. Так, пацаны, что у нас там дальше? Мэддог. Тоже, да? Так быстро. Только он летать не умеет. Вот это мочилово. Мочите, мочите этого робота, которого я стреляю. Его надо убить. Да не меня, его. Мы тебя сейчас добьем. Отлично, отлично, ребята. Ах, все, успокойся, псих. Так, следующий у нас Раптор, да? Такое, не очень, не очень, пацаны. Узель. Ух, широкий кабан, он летать может? Может. А что за оружие, которое я просто нажимаю, оно светится? А что оно дает? Просто? Задержи, задержи еще чуть-чуть. Отпускай. Да ничего, оно просто кончается и все. Ты урон нанесу. Вот попал опять. Хорошо, хорошо, пацаны. Прикольное оружечко, мне понравилось. УЗИ. Ничего себе название. Ну да, а уже был только что УЗИ, я только что смотрел. А, стервятник. Вот он. Ой, прикольный такой робот. О.
У него три оружия, кстати, да? У этих у всех по три оружия. Хорошо гасят зомбаков такое. Зомбячий робот. Так. Следующий пак у нас тяжелые мечи. Кстати, все войдет в один ролик. Наверное. Вот, смотрите. Воу, вот это кабан. Ого, ну колбасит. Бум. Да ну нормально, чего? Ну хорошо гасит. Так, все, успокойтесь. Психи. Катапульта. А, катапульта это? А чё катапульта он называется? Он, наверное, может взлетает быстро, не? Может, у него миномёт есть. Миномёт, который, типа, на пол он стреляет. Это он так мажет? Так, следующий у нас Хеллбрингер. А, огнемёт. Ого, у него кабаны руки. Ого. Бум. Хорошо гасит. Следующий. Так, давай, следующий у нас. Локи. Локи. То же самое, как это. Ну да, такие оружки, прикольные. Дима, это враг Тора. Так, получается, Мэтт Кэт. О, вот этот кабан, смотрите, какие у него базуки. Ты дурак, что ли? Я тебя сейчас убью. Ого, смотрите, у меня какая катапульта именно выстреливает. Смотрите, как он быстро бегает. А, я тоже могу быстро бегать. Так, прикольный робот, давайте дальше. Получается у нас Нова Кэт. То Мэтт Кэт, это Нова Кэт. Хорошо. Ничего себе, он здоровый. Так, за это прям кабан такой. А, самонаводящий лазер сюда попадает, смотрите. Сюда по цели лупашит. А все, 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 успокойся. Получается, последователь. Угу. Вот он. Ого, у него базука на голове, вы видите? Ого, вот это он лупашит. Следующий. Плохо, что они руками не дерутся, да? Не хватает рукопашки, согласись. Смотри, в чем различие этих роботов? Никакого. Это уже другая версия робота. Понял. Так, Тор. Да. Это Тор. Ага, понял, другого цвета. Так, стоп. Тихо, не психуй, не психуй. Так, лесной волк. Вот это, смотрите. Один из пока есть больше всех мне понравившийся. А вы тоже напишите в комментариях, какой робот вам больше всех понравился. А мы сейчас зомби поставим, не бойся. Есть зомби, смотри, как это нету. Все есть. Все есть. Последний робот Виндиго. Я хотел прочитать Вин Дизель, ну ладно, пусть будет Вин Диго. Не встретил так первый. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы сделаем битву роботов. Каждый сам за себя. Так какой-то фуфлыжный, да, пацаны? Согласен. Я очищаю карту. Выберите робота, которого вы хотите, и мы начинаем битву. Каждый играет сам за себя. Да начнется анархия, народ. Да. Так это не та версия. Вот он. 3, 2, 1, 0. Пуск. Битва началась. Нормально, гасим. Кто проигрывает, тот ждет. Ого, они там воюют. Смотрите, как у них там эпично все. Встречаем, сразу встречаем. Ой, хорошая тактика. Зашкериться. Дурак, что ли? Успокойся.
Успокойся, ты что, дурак, что ли? Тебя сейчас накажут другие роботы за то, что ты так делаешь. Ты сейчас проиграешь за то, что ты неправильно поступил по отношению ко мне. Нельзя. Я пошел. Все. Так, а где этот робот? Мы его убили? Да. Я еще живой. И я живой еще. А ты кто, большой серебряный? Да. А ты где? Ты вот это ходишь возле воды, да? Это драка. Вот нормально летать, честно вообще. Так это, мы взяли робота, которого ты хочешь. Какое еще у меня оружие есть? О, тоже пойдет. Зажимаем и держим. Плохо, что не наводящая. Может, спустись, трусы? Так у тебя робот большой, у меня маленький робот. Ты спустись, честно. А я нормально все делаю, что ты ссышь? Сейчас возьму робота, который будет ползать по стенам. У меня жизни мало по отношению к тебе. Очень мало жизни. Так, пацаны затихли, все хорошо, играем. Ого! Ты чё, у тебя мощные взрывы? Нифига себе! Это миномет. Так, у меня прочность 600. А у меня 146 после драгона. Ой. Ты дурак, что ли? Я тебя сейчас убью за это такое. Красиво, ребята, мое. Мне нравится этот мод. Очень круто сделано. Да не, так не попасть по мне. Ты же понимаешь, это что... Это нереально. Не-не-не, да, это нереально. Но мы сейчас с тобой повоюем, я сейчас спущусь. Прям очень попасть сложно. Вот как в реальной жизни. Ладно, вы там боитесь. Так, где? Вон ты, я вижу тебя. Поехали. Доказывать тебя. Я миномет бы тебя не достреливал. Это ж хорошо. Это плохо. Чего? Это драгона достреливаю. О, прощай, Дима. Блин, нет. Я убил тебя? Да. Ребята, ну что ж. Пора наказывать и этого робота-паршивца. Думаешь, тебе все можно? Да я таких, как ты, на обед ел. Дим, тебе сколько тест? Очень мало. Сколько? 300 из 6. Короче, половина, даже больше вынесли. А я тебе попадаю вообще? Нет. Реально? У меня 3000. А, ну я проиграл, это точно. Тут без вариантов. Ой. Ну я сейчас выйду к тебе, ты не ссы. Давайте тогда по-честному. Ну что, я ж не дамся ему мертвым, ой, живым. Ого, вот это попадание. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в наш дискорд. Вам всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. На тебе, паршивый робот, сдохни.